ребята, все привет. Нашли сейчас какую-то деревню в районе Майна. Сейчас будем вам показывать, какие здесь есть дома и в какой они цены. Значит, здесь получается сколько? Здесь 3 домика. 1, 2, 3. И здесь 4 домика. Очень много свободных. И есть бассейн на всю эту территорию. Лежаков никаких нет. Ну, чисто так прийти, окунуться, с ребенком поиграть. До моря даже не знаю сколько. Бассейн чистый. Короче, мы такие хозяева. В общем, у нас нет денег на телефоне, поэтому мы не позвонили сейчас хозяйке, а просто вот оказалось, что дверь открыта. Значит, здесь вот такая веранда. Небольшая, сейчас издалека чуть-чуть покажу. Небольшая веранда. Кто это знает? Понятное дело. Тапки. Да, тапки надо снять. Матрас. Скамейка. Стол с деревянным. Блин, неудобно до безумия, конечно. Неудобно до безумия. Слушай. Ну да. Нормальная кухня. Нормальная кухня. Да, только одна комфорка. Одна комфорка, фигурова. Зато, блин, я не вижу здесь муравьев. Стол прикольный, холодильник. Олег, холодильник. А, без двери. Вот она, дверь. Я уже думала, это наш порог. Так, ванная. Олег, это не та. Это не то, что мы ищем, конечно. Прикольно. Два входа в ванну. Мест. И шкаф. Да, ну, короче, очень узкая, очень маленькая комната. И вот этот нафиг матрас. А, ну да. Давайте мы вам все равно покажем сейчас номер телефона. Но домик такой. Ну, нам не понравилось. Чуть-чуть начинается. Ты знаешь, он чистый. Он не зашарпанный, не зашмяканный. Но он старый. Но он не новый, конечно. Слушай, ну хотя бы он не это. Не ужасный. Ну и это тоже. Майнам это все-таки огромный плюс. Да. Вот так называются эти апартаменты. Вот номер телефона. Еще раз подробнее, смотрите. Мы заходим на территорию. Здесь 3 дома. И дальше 5 домов. 4, извиняюсь, 3 и 4. Вот, оказывается, вот в этом доме живет человек, американец. Он сказал, что эти домики стоят 15 тысяч бат. Ребят, мы на YouTube нашли у одних ребят видео. Ссылку я оставлю на это видео внизу в описании. Они хотели снять здесь дом. По крайней мере, смотрели его. И вот решили мы посмотреть тоже. Здесь домов очень много. И бассейн есть. Есть one bedroom, есть two bedroom. Я очень надеюсь, что мы хотя бы в один из них попадем. Потому что они что-то, знаете, очень плохо говорят по-английски. Первое впечатление у нас очень даже неплохое. Но как бы непонятно вообще, сколько, во-первых, этот домик стоит. Но вроде как здесь, не кричи. Вроде как two bedroom 15 тысяч бат, а... Ну ладно, давайте я сейчас чуть позже скажу об этом. Главное, чтобы здесь была нормальная территория и вокруг дома больше не было песка, потому что мы уже устали от песка вокруг дома у нас, потому что весь этот песок в доме. Это то, что они показывали, да. Но только это другой дом. Мелкий пипец. Микроволновка. Нормальный холодильник, терпимо. Подожди. А, нет, это не та. Ванная другая опять. Смотри, какая маленькая.
Эрика Павловна, давным-давно пора это... Куда? В комнату, на лавку. Блин, и посмотрите, реально лавка. Папа, могли? Вот лавка. Стол. Семь тысяч бат и с бассейном. Two bedroom. How much? 8,000 baht. Ten. Теперь вот такой домик. На данный момент она сказала, что он стоит 10,000 baht. Сейчас будем разбираться. Так, что с песком? Песок здесь есть, камни, блин. Ребята, 10,000. А, блин, опять нам с телеком никогда не прет. Вот, диван. Давай, знаешь как? Москиток нет, да. А, вот бассейн в окне. И, в принципе, Эрику более-менее удобно будет, потому что там есть лестница. Да. Хотя бы так. Олег, давай ее сбивать, короче, на 8500 на 6 месяцев. Эли, Олег, не пищи, она сейчас все прет и поймет, нам надо сбить. Смотри. What a free. Yeah, how much electric? Electric 8 baht. 8. Вот так и осталось дорого. Мама, 3 baht. Так, значит, еще раз давайте его посмотрим. Здесь есть вентилятор, окна, диван, большой стол. Сейчас, сыночек, сейчас. Депозит сразу, ну то есть 10,000 baht она хочет сразу, она, кстати, вообще не уступает. И депозит хочет 5,000 baht. Ну скажи, через неделю полторы, через вторую неделю еще полторы, через третью неделю, сколько там? Две. Значит, в этой комнате кондиционер есть. Ух, нифига, блин, вентилятор будем продавать, походу. Олег, здесь в каждой комнате по вентилятору. Блин, мне нравится этот дом, ребят, реально нравится. Заживем, пусть заживем. Эрик, домой. Нет, я, конечно, шутку, он один купаться точно не будет. Это шкаф нет, надо? Что-то он там договаривается. Блин, ну зеркало, конечно, отпад прям. Сто хоть падает. Блин, прикольно. Прикольно. Полочек, конечно, не хватает чуть-чуть. Ну ладно, здесь одна есть. Блин, мне нравится. Так, горячую воду сейчас проверим. Ну что, вот он бассейн. Лежачок даже есть. А? Лежачок даже есть. Ну и чистейший, да. Вон только, ну, вот там фигня, но это вообще полная фигня по сравнению с тем, что мы видели. Да, конечно. Офигительно. Люди здесь живут тоже, видишь, нормальные. Не шухры, не шухры. Дом у нас не тихий. Да я боюсь, батя. Причем тот, который побольше. Клево. А ребятам, которые снимали обзор этих домов, сказали 15,000 baht to bedroom. Да, 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 что-то про лодку говорила, и я тоже ее не поняла. Что-то непонятно. У нее, походу, еще какая-то лодок, да? Да хрен.
хрен его знает. Ну, должно было быть. Не, ну, наверное, оно так и есть. Может, это крутая штука, да? Ух ты! Вообще тема, да? Круто. Очень круто. Да, Этому здесь не место. И вот так вот перекусить можно даже за столом. Эрик, тебе нравится? Да ладно, прекращай. Олег, мы когда начинаем куда-то приходить, так сразу народ валит, поэтому... Не кораблик, ты что хочешь, он глубокий, пипец. Угу. Очень круто. А там меньше, не так идет. Ну вот лестница спасет нас. И он там, ну, меньше, а здесь прям глубоко, здесь можно нырять, если он видишь даже. Трамплин. Нырялка. Она же шлифтер, она же нырялка. Он видит, постоянно прыгает вода. Угу. Не знаю, меня радует вообще. И зелень. Смотри, а что там так высоко? Все, водонапорная башня. Mm. Да не, вода здесь офигительная, напор здесь очень крутой. Да. А с интернетом мы так и не поняли, в чем дело, да? Чего там? Будет-то понятно, но, блин, опять всю ночь выкладывать видео? Я думаю, нет. Ну, посмотрим. Ой, а что это там растет? Интересно, а я это съесть могу? Что это?